Так часто хотелось бы мне быть в раю, в обществе Бога и ангелов, лишь для того, чтобы отказаться от небесных наслаждений и присоединиться к страдальцам, пылающим в вечном огне. Она зажгла меня своей любовью и на моей бумажной оклейке написала: «Лишь тебя одного люблю». Любовь эта дала мне жизнь, и благодаря любви во мне вспыхнул прекрасный огонь. Я еще не умер, недалек уже от этого, но пока не умер. Я веду, как всегда, интересную жизнь, хоть и наполненную невыносимой печалью. Нет, я не плакал, только в горле застрял сухой комок. Голова слегка кружилась. Черный человек обернулся черной тоской. Это история о мальчике, который в возрасте 4 лет ослеп и которому суждено было стать одним из самых удивительных людей 20 века.